Так. Ну, 9,3. Да, нарезной. Аж 15,50 метров. Так. Да забирай, зарядим. Все, все гильзы забирай. Что тут кто настрелял? Сейчас. Так. Сейчас я еще не зарядил. Да, ты уйдешь. Одной рукой заряжаю. Раз. Два. Три. Так, уходи. Бог тебе полетит, конечно. Это аж 15. Ой, вон гильзы, глянь, сейчас все пособираем. Кто-то настрелял. Так. Я... Потом под видео покажу. Ух ты! Как обсыпало. Неплохо. Блин, выключил случайно. Неплохо обсыпало. Аж 15. 4,050 метров. Сейчас бьем аж 14. Вот такая картинка. Так, собирай, собирай. Это у нас аж 14. Стоять. Одна гильза. Так. Аж 14. Главпатрон. Так, смотри, стрелять буду. А то оглушу. Оглушу. Так, это у нас аж 14. Здесь 50 метров, я вам расстояние не показывал уже. Подал на нервы. Сейчас запечатлим картинку. А дома разберем, какой контейнер. Именно с этой насадки полетел у меня лучше. Без портов. С портами я, в принципе, отстреливал. Ну, вот такая вот осыпь. Это у нас аж 14, 4,050 метров. Сейчас я вам покажу. Вот. Итак, подведем итоги. Значит, это наш H15. 4,050 метров. Как заряжали, есть на внизу под видео. Вот такая осыпь. 65 попаданий. Вот. Это насадка 0,75 без портов. С портами я отстреливал. И H14. 61 попадание. То есть H15 лучше стрельнул. И вот смотрите, вот тут какая-то вот кучка образовалась, гляньте. Вот она. И вот кучка, да, центр пустой. Как-то. Здесь вот, ну, более-менее вот какие-то лучи есть, да, если вот, вот подвадом, вот подвал, вот, ну, более-менее как-то как равномернее, да. Хотя тоже центр пустой, центр у нас, наверное, чок лучше бьет. Надо будет еще 0,5 взять без портов и попробовать 0,5. То есть, ну вот такой результат. Теперь буду знать, что в принципе из этой насадки разницы особо нету. Есть как бы, ну по кучности имею в виду. А вот в картинке осыпи опять у меня H15 лучше. А простым насыпом летит. Нежели H14 укладкой рядами. Так, смотрите, еще раз H15, H14.